This is the future. Human error. Evolution. This is the future. This is the future. Итак, ребят, перебрались на зады огородов. Вот, почему перебрались? Потому что я встретил комрада, своего подписчика. И не поверите, только что оттуда, с нашей базы, дома, перебрались. Выкопал я херню. Второй у меня цветной сигнал. И смотрите, Леха. Лех, ты фотогеничен, ты ничего на камеру? Лицо. Нормально? И Лёха, вот, сука, извините за мой французский, блядь, смотри, что откопал. Павел Первый, 1798 год, копеечка. Я потрясен, ребята, терка 305-я, немножко затерта, да я охренел вообще её. Первый сигнал, да, копнул? Ребята, мата будет, наверное, много. Адекватные меня поймут. Охрень. А, вон же ты копнул, что ты врешь? Где вот это копнул? А, ага. Шпиндель, блин. Латунь, медь. Mm-hmm. Охренеть, твою мать. Ладно, поздравляю. На глубине, смотрите, полштыка. Хорошо. Ребята, я сегодня с царями, наверное, буду. Так, у нас Паша сейчас уехал в магазин за горючим. У них горючка кончилась. Ну, я имею в виду алкашка. Вот. И как бы будем, наверное. Ну, давайте, раз камера у меня включена. Тут у меня сигнал, ну, такой себе, знаете. Я Лехе сказал, что буду копать только медь. Показывает 31, 32. Ну, такой сигнал. Зачастую медь. Ой, медь. Алюминий. Ну, буду копать все сигналы, которые больше 20. Не хочу я советы копать верховые. Пусть лучше будет алюмишка. Ну, скорее всего, это и есть алюмишка, потому что... Да, вот она, алюмишка. Не получилось в прямом эфире. Алюминия, пробка. Ладно, хорошо. Земля здесь очень сырая. Черви здесь жирные. Ульяновский славится тем, что здесь плодородная, очень хорошая земля. Черви здесь гиганты. Вот, так что вот так вот. Ладно, я думаю, Леху по металлам я... У него терка, а у меня эквинокс. Я должен больше накопать царей. Но в данном случае местный комрад меня превосходит. Ладно, погнали дальше. Ну что, ребят, ушли на зады. Как я вам показал, Леха откопал Павла. И у меня наконец-то что-то более-менее хорошее, ценное. Смотрите, какой красивый краник, а. Краник от самовара. Ай, самовар был не огромный, но какая красивая. Ай,
Вообще зачетная находка, огонь. Огонь, краник целый, то есть может он как запчасть пойти. Вообще красивая, ай-яй-яй. Целая. И это вообще хорошая находка, ребят, сразу скажу. Это приятная находка. Земля настолько сырая, сигналы глубоко видит, и это плюс, ребята, плюс. Вообще, в некоторых ямах даже лужи стоят. Вот, так что зачетное место. Чего же мы сразу сюда не зашли? Ладно, спасибо местным пацанам. Итак, ребят, иду я на встречу к Лехе. Думаю, сейчас он Павел откопал. Я как бы внештатное такое соревнование устроил. Сейчас подойду, скажу: Леха, я чемпион, я нашел вот что. А он сам подходит и показывает вот что. Я хренею, блин. Смотрите, двухстворчатый складень, без створок, немножко здесь формации. И вот такая вот херовина. Ну и что вы хотите сказать, пацаны? Местные, блин, нас на голову разбили, блин, уже. И это еще не вечер. Леха, наверное, с нами с ночевкой останется, да, Леха? Возможно. Когда седой копает, или кто-то с седым копает, я заметил такую статистику, что, ну, фартит пацанам. Вот, всем фартит, кроме меня. Вот, это я уже заметил давно. Вот, так что Леха, наверное, будет с нами до Талова, да, Леха? Возможно. Да, это местные копатели, ребята, Ульяновск. Вот, так что вот он нам посоветовал, идите на огороды. И вот результат, ребята. 4 зачетных, латунь, медь. И вообще классно. Зачет, зачет. Ну вот это меня порадовало, конечно. Я буду еще находки здесь классные. Пацаны уехали, сейчас приедут. И они будут в шоке. Они в таком азарте будут бегать здесь, увидев то, что мы уже накопали. Да, места здесь красивые. Я так понимаю, еще здесь сосенки здесь будут давать хорошо. Вот, ну, как бы приятно, очень приятно. Почему здесь такие находки? Дома стоят там, а здесь вот они идут, находки эти. Вопрос на засыпку пишем в комментарии, если что. Ну, а мы что здесь сейчас только что откопали? А, ложку мы здесь откопали. Глубокий сигнал был, зачетный. Вот, но, к сожалению, только ложка. На глубине порядка 40 сантиметров. Влажная земля, это плюс к металлоискателю, потому что проводимость увеличивается металла. И здесь вот, например, травка низкая, влага, земля. Летом, когда все просохнет, травка вырастет, эти находки уже не поднять. Сейчас пока пользуемся тем, что трава низкая, влага, и находки прут из глубины. И это плюс. Я почему копаю только ценные сигналы, которые показывают по ВДИ на эквиноксе больше 25, ребята, 25, и больше я не копаю, потому что, ну, не хочу тратить свое время на советики там или что. Если выпадет, то вкусняха. Вот. У Лехи вкусняхи прут. А у меня пока краник. Ну, тоже зачет. Продолжаем. Ребят, проходя вот такие вот красивые здесь цветочки. Красивые. Ай, красота. Думаю, если будет здесь сигнал какой-нибудь, я обязательно это сниму. И что вы думаете? Вот здесь сигнал был. Но я такие сигналы здесь не копаю. Не хочу обострять свое внимание на советы. Копнул. Просто я такие сигналы здесь не копаю. Копнул, и трешка 53-й год. Ну не знаю, она с дефектом. Походу такой ровный дефект. Стопудово лопатой вдарил я. Ну сохран бомба. Вообще бомба. Блин. Вот так вот. Я такие сигналы здесь не копаю. Копаю только медь, латунь. Ну так. Ну не хочу советы копать, ребят. Не хочу. Оказывается, их здесь предостаточно. Снимай Пашу. Паш! Она все записывает? Да, записывает. Иди сюда, Паш. Вот сколько у вас не было по времени? Минут 30. Минут 40. Мне кажется, меньше. Смотри. Я тебя буду бить.
первая находка. Ладно, можно уже вот так вот делать аккуратно, но не сильно. Вторая находка. Самовар сейчас вытащишь так? Третья находка. О-о-о! Этого не было. Четвертая находка. Я знаю, кто виноват. Ну это ничего страшного. Ай! Да ай. Я говорю, снимай Пашу, ёпта, это не находки, блин. Ай. Все верховое и в течение 15-20 минут. Паш, я тебе... на большом на маленьком участке. Задаю два вопроса. Ну тут 4, но тут 2 вопроса. Задаю два вопроса. Кто виноват и кто тебя привел в это место? Вот, местный Леха. Ты меня привел, блядь, вот в эти заброшки. Я тебя привез в эту деревню. Заброшки. В заброшках у нас советские одни. Согласен. А Леха нас привез, вот, видишь, 15 минут. Я тебе, а вот теперь смотри, час назад, о чем мы говорили в доме. Я говорю, дед Хабар нам послал человека. Ну вот Леха. Путеводитель, это он, Алексей. Вот. Это рукопожатие будет знакомым. Значит, мы, может быть, еще разок приедем сюда. Я же говорил, пленочку, краску, сейчас натяжной потолок закажем, буржуйку, диваны, замок повесим, флаг. Пацаны, это всего-навсего 20-30 минут копа с Лёхой, с местным пацаном. Находки. Чего вы скажете про местных, пацаны? Дружите с местными. Тем более Лёха проезжал, узнал нас, и настолько было приятно. Пашу. Ты Паша. Я подхожу, здоровался. А я где-то там копал. А это сразу увидел Леха. Я знаю, говорит, как тебя зовут. Это Седой приехал. Тебя, говорит, Паша зовут. Ребят, безумно приятно, когда встречают вот так вот. Так вот. Да. А то, блядь, вот есть такие, бля, которые... Ну, правда, у меня такого еще не было, но судя по комментариям, которые пишут, хейтеров плохие много. Люди. Либо это завистливые люди, блин, либо реально, которым я не нравлюсь вот в физиономии. Вот. Ну, такие тоже хватает. Ну, вот таких вот, как Леха, куда больше, когда вот встречают, едешь, вот, ребята, это другой город. Мы проехали 4 города, чтобы сюда приехать. Леха узнал Пашу, Леха узнал меня. Я, говорит, вас по машинам, говорит, узнал. Тебя зовут Паша. Говорит, здесь, говорит, где-то Седой. Я говорю, да вон он идет. Так что, ребята, вот приятно. Встречайте нас так вот, с распростертыми руками и нам показывайте хабарные места. Мы обязательно ценное что-нибудь найдем. Вот, ну а... Местные жители, конечно же, вот я накормим, думаю, напоим. Думаю, мы с Алексеем что-нибудь придумаем, мы им что-нибудь подарим. Да, да, да. Вот. Так что дружите с Седым, ребята. Седой плохого не пожелает. Ну, что пришло, то ушло в землю. Я не зря этот уголочек держал в руках. Ну, мне очень интересно, чего. Доставил я камеру Рафаэлю, чтобы он это самое заснял. Я думаю, оператор хороший, поставите ему пальчик вверх за трудостарание. Вот. У меня, конечно, руки трясутся иногда, и расплывается, и фокус хрен пойми. Ну, вот. Новый оператор. Это надеюсь. Настоящее видео, поэтому не да, будет у нас здесь никаких обработок. Да, у нас как бы у нас честные копы, у нас все по-настоящему. Никакого обмана, как у некоторых блогеров. Клады постоянно откапывают, золото, серебро. Ребят, за 13 лет я ни одного портретника не поднял, не считая вот золото, серебра. Это вообще для меня сказка. Для меня вот. Общение. Золото, серебро – это такие люди. Да, вот такие вот люди, как Леха, Паша, вот, вот это вот, ребят, приятно. Вот нет у меня золота, да и в рот ее как бы нахрен. В рот ее пиф. Да. Самое главное, чтобы вот пацаны вот радужно нас встречали вот так вот. И общение, дружба дороже всего. Я надеюсь, было и будет. Приятно было, блядь, вот наяву-то пообщаться. Это как же? Как же? У нас еще целый день сегодня впереди. Будет много чего рассказано, обсуждено, так сказать. Это точно. Ладно, хорош болтать. Мы пошли за кадром, ребята, выпивать там, знаете, за... Обмыть. За знакомство с Лехой и все прочее. Налили дед Хабару? Ну, сейчас вот, как обычно. Все, доставка. Яндекс.Доставка. Доставка Яндекс сейчас только что у нас совершилась. Доставили прямо сюда, прям классно. Часть рекламы. Ладно, все, ребят, вот, ребят, поставьте. Несложно же? Несложно. А подписаться еще проще. Все, хорош болтать, поехали копать. Итак, ребят, я обещал вам показать то, что Паша прикупил в соседней деревне, в куда мы и поедем.
вот с этой деревни и туда поедем. Вот, находки там классные, пацаны тоже с нашей группы. Вот, и Паша заехал в гости и прикупил, что ему интересно. А интересно есть что показать. Смотрите, заехал он к парнишке. Вот, и вот это вот все дело он прикупил именно там, где в этой деревне было накопано. Начнем с монет. Вот такие вот шикарные Катины пятаки. 91-й, 88-й, 83-й. Здесь, так, это нам не интересно, да, это банально. Интересно, вот полушка есть. И две царских петровские монеты. Вот, на петровские мне прям слабость. Серебро. Ну, серебро, это в Африке серебро. Паша колечки даже приобрел. Паша, что желтые? Золото, что? Нет, это серебро. Вот серебряные колечки. Я его взял за камешком, мне камешек понравился, я его хочу переставить. Выковырить, да? Да, ага. Переставить. Так, пятачок. И самое вот, что интересно, металлопластик у меня тоже на это слабость. 84-е, угу. Царская. Вот такая вот. Паша, это откуда? С какой кокарда. Скорее всего, это кокарда будет чиновника, потому что именно короны были у чиновников. Но я еще изучу, потому что в большинстве случаев это все приобретается под изучение. Угу. Вот это, если правильно выражусь, это с гарды, то есть со шпаги, угу, которая вот здесь была. То есть это была накладка. То есть она сама еще и выгнулась, наверное, да? Выпрямилась. Ничего, она пока должна не могу быть сказать. Сферической формы должна быть. Да. Вот это зачетная вещь, ребята. И вот такая вот восстановление. Да. И мы, наверное, поедем в эту деревню, потому что все это накопано там пацанами. Верховое или шурфов, ребята. Зачастую, скорее всего, это все шурфов. Большинство шурфов. Да. Так что мы поедем в эту деревню, посмотрим, что у нас там будет. Ну а сейчас пока, наверное, продолжаем копать то, что имеем. Итак, ребята, Паша кричал: «Уху!» А это означает, да? Что-то он интересное. Что есть в шкатулке? Вот он, блин, это самое, отсутствовал тут какие-то. Мы краники, самовары откапывали, всякую хрень. Приехал Паша со своим Деусом. Ну и что вы думаете? Угу! Кричал, блядь. Даю 1000 рублей и не открываем шкатулку. 1000 рублей. Готов. Готов, 1000 рублей. Все. Давай, 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 1000. Переведу на счет. Так, и ты что? Ну... Интересно было, так, затравочка, да? Алюминиевая колодочка. Так. 40 лет, наверное, победы, да? Да, участнику войны. О, по-моему, 30. Да, да, он, наверное, и накладку, и медальку восстановит именно вот так вот совместно. Хорошо. Так, наверное, еще что-то, блядь, вкусное, блядь. Ой, отличник, отличник стрельбы советской эпохи. Это мой знак. Твой знак. Отличный шофер. Шофер? Эх ты, шофер! Ну, зачетно, ребят. Вроде и советина, да? Ну, смотрите, приятная советина. Гнал хорошие. Ну, зачет. Много мусора, но фунт уковыренный, ну, не тронутый. А вот здесь вот сбоку вообще горшки. Это ты на фундаменте, что ли, ковыряешь? Вот напротив вот этого кустарника я все это вытащил. Вот. Ребят, фунт. Полметра. Ребят, фунт. Так, я иду на фунт, я же шурфолог, ёпты. Я иду на фунт. Я же говорил еще это самое. Я говорю, у меня машина всегда правильно стоит. Это куда правильно седой подъезжает? Че это? Да. Че ну это ни о чем, но это монета. А, у меня такие сегодня были. Ладно. Сейчас седой подойдет к фундаменту и накопает что-нибудь интересное. Ну что, наконец-то в этой деревне у меня что-то выпало. Верховое. И это у нас царская монета. Та-дам! Царская монета. Двушка по размеру, да, это двушка, формат Николаевского образца, 1000, год даже скажу, ребят, 1881, зачет, класс. Ребят, встретились два топли на плющихе, блин, тут мы нарезали хрен знает сколько, я откопал здесь вот. Херню припашу. Здесь, по-моему, блядь, банка на глубине. Здесь зубная паста. Я откопал. А Паша вот здесь вот ковырнул. Он просто взял, ковырнул. Правда, старые ямки здесь. А Паша взял и ковырнул царика. Да, Николай
копейка, 1907 год. Вот так. Прошу. Стоило. Стоило. Вот так вот, ребят. 901 даже. 907 вроде. Не, 901. Она с дефектом. Ха-ха-ха-ха. Ладно, поехали. Не выбираем. Пашин. Режим пылесос, блин. Говорит, иди снимай. Слышь, нет, пока леща рано. А, рано? Ну, я бы сказал сначала давай леща, а потом смотри. Ой, какой крупничок, блядь. Что там, пятак? Пятак. А может, рубль? Что ты неправильно трешь, а? Да пошел ты. Не умеет он тереть, не умеет. Пятак 24. А, 24? Видишь, умею. Ну, если ты рубль не натер. Вот гладкий. Какой? 25. Нам такие. 25-й. 25 пятак, да? Да. Слушай, приятно. Согласен. По-моему, душка 25-го. А вот здесь копейка. А здесь копейка была, блядь. А я уже миллион, блин, банок откопал. У меня тоже банок там. Алюминиевых. У вас здесь не баночный завод был случай? Да. Так. Леху я сглазил. Уже, наверное, часа полтора, и ничего он не накопал. Ладно. Думаю, будет еще что-нибудь. Итак, ребят, находимся мы на поле чудес. Время вечер. Уже 6 час. Солнышко нам уже говорит, что уже пора заканчивать. И набрели на одну замечательную полянку. Что не сигнал, то монета.